Более 5000 мусульман собрались этим утром на коллективный намаз в Нижегородской соборной мечети. Сегодня отмечается один из главных праздников в исламе – Ураза-Байрам. Весь священный для верующих месяц Рамадана они держали пост, во время которого старались совершить как можно больше добрых поступков, чтобы очистить свою душу. Забота о ближних, помощь нуждающимся, сострадание к страждущим – в этом смысл Уразы-Байрама. Мусульманская община в Нижегородской области одна из самых многочисленных. У нас действует 58 мечетей. У нас действует среднепрофессиональная образовательная учебная организация «Медресе Бахинур». У нас есть исламский институт, который носит имя известнейшего богослова и нашего земляка, нижегородца. И я еще раз хотел бы вас всех поздравить с этим замечательным праздником. Пожелать вам счастья, здоровья, добра.